В бассейне спортивного комплекса «Крепыш» вся работа по укладке кафеля вокруг малой чаши почти завершена. Напомним, «Крепыш» столкнулся с проблемой некачественной гидроизоляции полового покрытия. Вода выплескивалась из малой чаши и протекала на нижний этаж в гардероб, расслаивая потолок и заливая одежду посетителей. Устранить недоделки строитель из Екатеринбурга было поручено дочернему предприятию «ВСМПО-строитель». Ремонт затянулся из-за того, что сметная документация долго гуляла по кабинетам. В результате к началу учебного сезона в школе номер 6 дети остались без уроков плавания. Сегодня мы вновь пришли в «Крепыш». Ситуация изменилась в лучшую сторону. Изменения вы сами видите. То есть сняли старый пол, восстановили гидроизоляцию, положили новый пол. Сняли облицовку чаши, малой чаши бассейна. Сделали гидроизоляцию, положили, восстановили обратно плитку. Основные работы завершены. Осталось сделать генеральную уборку и косметические процедуры. После чего малый бассейн «Крепыша», отремонтированный и чистый, встретит своих посетителей. Ну, основные посетители – это у нас учащиеся, потом дети, которые только учатся плавать. То есть она предназначена для начального обучения плавания. А вечернее время – женщины, девушки, для акваэробики.